А ёб твою мать, блядь! Вот когда простыл, вроде все хуёво, но голос заебись зато. Можно идти на радио и вести какую-нибудь хуйню. Нравится. Ну, в принципе, я не против, чтобы он таким и остался. Нормально будет. Буду это чисто голосом девок соблазнять. Это кот. Нет. Он тебя слюняет. Меня уже слюняжило. На щеку так прикусывает постоянно. Да. А тебе сейчас готовить надо. Иди готовь. Иди готовь. Я с собакой поиграю пока. Собака. Шерсть у собак дурацкая. Но она не пушистая, она твердая. Мне нравятся твердые собаки. Ухи мягкие. А вот там, здесь, нюхала. Тут смотрелки. Это ресницы, чтобы по выходным красить. Есть усы. Ну, для собаки, это девочка. Ей не очень идут усы. Вот. Что еще есть? Блин, мне коленом слюнявило. Не слюнявь. Да посиди. Да я тебя вытру с колена. Нечего было слюнявить. Вот так тебе и надо. Не отвлекайся, готовь. Что ж, нет. Сейчас собака все будет. Тебе, правда, не достанется, но ничего страшного. У тебя свой корм, наверное, есть. Не подглядывай, это моя еда. Скажи на итальянском что-нибудь. Do you speak Italian? Comprendo di Italian. Mexicano, por favor. Sprechen Sie Deutsch? Parlez vous français? Нет? Итальянский день номер 3. Сегодня все закрыто, воскресенье. Дурацкая европейская традиция. Не работать в воскресенье. Ну, не традиция, им навязывают эту херню. Церковь по воскресеньям, они сами не рады. Потому что бизнес не идет. Что делать, соответственно, в городе сейчас хер его знает. Пожрать особо негде. Но открыт какой-то магаз. Типа секонд-хенда, короче, комиссионный. Я все надеюсь найти какие-нибудь там мартинсы. Или как они там, Red Wings, по-моему, называются. Американские ботинки кожаные. Чтобы на мотике ездить. Потому что новые стоят где-то 300 баксов. Это пиздец. А так, где-то 50, может, я за них бы отдал. Сколько есть. И назад поехал бы в них и еще в кедах, потому что девать уже вещи некуда. Они не прибавляются, но их некуда девать. Особенно после Соньки. Все, вообще некуда распихать все вещи. Потому что места нет. И под Соньку не рассчитывали. А коробка из-под Соньки, она размером со шлем практически. Это полный пиздец. Ее некуда положить и выкидывать ее пока не хочется, потому что кто-то пишет, что поляки обязательно требуют коробку, иначе такс-фри печатки не ставят. А вернуть там сколько? Не знаю, косарей 5 было бы прям в тему. Поэтому везем, блядь, и плачем. Они пиздец обожают СЛК. Здесь и в Германии СЛК, блядь, на каждом шагу. Тачка забавная, но не знаю, меня она уже утомила. Я, в принципе, рассматривал себе вариант, но что-то, не знаю, уже наездился на СЛК. Единственная еще причина есть.
Это что, у меня, блядь, денег? Откуда у меня деньги на СЛК? Ёбаный в рот, рассматривал он СЛК, сука, бомж ебучий. Выбирал между Бугатти, блядь, и Макларином. Ой, блядь. Ждали долго. Максимально. Ничего не дает, но мы пришли на остановку в 3. Вот столько тоже ждать автобус. В воскресенье вообще никого нет. Люди идут в церковь. На самом деле нет. Я так полагаю. Хотя они довольно тут религиозные, насколько я знаю. И никуда не попасть. Все закрыто, все магазины и так далее. Это самое тупое. А в офлайн-картах ты это не посмотришь, а на это нет. А где-то тут Wi-Fi снять, это вообще проблема. Только если ты жрачку какую-то купишь, тебе дадут паспорт, но не факт, что он будет работать. Ох, чуваков тут вкусно пахнет. Самый жаркий день в истории человечества. Я обычно пью типа 2 раза или 3 раза в день. Ну, по литру типа, но 2-3 раза. А сейчас за 15 минут как старик какой-то. Типа, ой, сахар поднялся, что-то пить хочется много. Вот эти все запечатанные окна наглухо очень напоминают Кончис Рикса и Обеликса почему-то. Я хотя не помню, чтобы там такие сцены были. Ну, типа вот они приходят в город, и тишина, и, бля, вот это все запечатано. А на самом деле там, блядь, римляне. Если ты в Италии заказал себе пиццу и не доедаешь с нее корочки, то тебя сажают в такую тюрячку. Вот этот рисунок с Колизеем и планеткой я видел еще где-то, наверное, году в 2007, когда у меня только интернет появился. И он как-то назывался, типа, чувак классно, блядь, рисует, короче. Вот, блядь, охуеть, это он прям. Это был один из первых видосов, которых я увидел на Башту, блядь, называется. В Уфе такая хуйня популярная была вместо Ютуба, потому что, ну, все в основном юзали локальный трафик, и по локалке был такой Башту, в который все перезаливали мажоры с Ютуба. И вот оно, блядь. Спустя 12 лет я добрался до сюда и увидел это сам. Здесь проживает окулист. Можно им позвонить и сказать: окулист. Впаривать или впаривать, блядь. Ебучая тактика. Вон, еще девки впарил. Окей. И девки, ага. Короче, тактика ебучая. Дает что-нибудь в руку. Похуй, что. Ну, у нас тоже такие уебаны есть. В маках обычно подсаживаются, там хуйню тебе подсовывают. Если ты там как-то выкинул это говно со стола или взял, начинает типа: о, блядь, денег дай. Ну, то есть такие же дадут, попиздят, а потом: а, дай монетку, дай монетку. Пидоры. В Берлине я не видел охуевших таких беженцев, а здесь они все занимаются всякой хуйней. Из страны распиздяев приехали, в страну распиздяев. В Германии хоть они работают, судя по всему. Вот, ёпта, грузоперевозки на смарте. Вот это нормальная тема.
Я не знаю, что бы я возил, но возил бы обязательно. Кто-то выкинул вполне пригодный гиевский кофр. Ну ладно. У итальянцев их как говна здесь. Желтый свет, чтобы итальянец мог успеть приготовиться к тому, что сейчас надо остановиться и кричать на машины. Типа, ты стати кацо. А вот нет, идите нахуй. Сука, наряд Тони Монтаны можно приобрести. Тони, как ты изменился. Вот с этого ракурса вообще Москва. Прям Москва-Москва какая-то. Да любой, блядь, город. Он справа какое-то, хуй пойми, старое промышленное здание, которое сейчас торговый центр. Слева обычная там 5-6-этажка. Самая стрёмная вещь в Риме – это то, как в метро они говорят слово «выход». Где? Сейчас. Уже скоро остановка, судя по всему. Просто, блядь, чувак сидит и начинает хуярить на пол слюнкой. Ему нормально, как бы что-то задремал. Но он только что, блядь, дрестанул на пол. Ну и задевался. Что-то спалось нормально. Че, во сне, что ли, это делал? Сука, уебан. Эти итальянские автобусы в каждую сторону по одному сиденью. Типа, это... Не знаю, почему нельзя по два сделать? Тут странно организована система движения. Вот средняя полоса, как бы средние две полосы, они ограждены отдельной херней, и для них горит стрелка только прямо. Мы стоим за ограждением в правой полосе. То есть это даже не полоса. Вот там две полосы, здесь две полосы. Но вот эти две полосы только либо направо, либо тоже куда-то там прямо, либо налево. И получается, что вот для них сейчас загорелся красный, они встали. И теперь в нашем ряду горит стрелка зеленая. Вот она. И мы поперек их поворачиваем. То есть вот тут, если кто-то попытается проскочить на красный, он, ну, 100% помрет, короче, насмерть просто. Забавно, но, наверное, эффективно. Что-то я проебался с остановками, вышли раньше. Ну ладно, тут между остановками как бы, ну, 7 минут ходьбы, в принципе, не смертельно. Просто обидно, блядь, что я поехал. Я решил, что надо выйти в поле, блядь. Так, итальянский код. Посмотрим, как он изменился сзади. Китца. Ёпта, блядь, все обоссано, воняет, пиздец. Нахуй, ладно, хуй с ним. Поверишь, что с тобой все... Нихуя не паркуются, блядь. Ебануться. Ну да, места мало как-то. Сука, столько русских слов, оказывается, похожи на итальянские. Даже тоже ебануться. Если правильно произнести, будет звучить по-итальянски. Ебануться. Главное, что гласное окончание у Амандрея не работает. Наибольшее расстройство Италии номер 2. Дождь тут не соленый вообще. Поэтому приходится вот так вот делать. А я хочу напомнить, что в описании к видео есть номер Сбера и ссылка на PayPal. Если вам есть что сказать и вы хотите, чтобы это все увидели, или что-то прорекламировать, вы можете скинуть туда столько, сколько считаете нужным. В конце следующего видео я ставлю топ-5 задонативших. И таким образом вы поддерживаете то, что я делаю. Пользуйтесь!